Потребительскую корзину пересмотрят с 2021 года. К этому времени планируется улучшить качество минимального набора продуктов и приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В интервью российской газете она сообщила, что в частности увеличат объемы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. Но при этом будет снижен процент хлебных продуктов, картофеля, маргарина и других жиров. Также вице-премьер заявила, что на продовольственных товарах появятся специальные знаки с дополнительной информацией по качеству. Введение соответствующего реестра поручит Роспотребнадзору. Речь идет об оценке состава продовольственных товаров с полок во всех регионах страны. Итоговую информацию будут публиковать в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора. К 2024 году примерно 30 миллионов россиян получат дополнительные сведения по качеству продуктов питания, добавила Голикова.